красивые мечи, но по мне лучше добрый топор. Так, ну можно скрафтить медведя. Короче, серебро, все, метеоритная руна, доспехи взять, так, плоть.
красивые мечи. Интересно. Что? Будь здоров. Значит, вернул. Изготовил. Нету. С удовольствием взгляну на того. Не понял, что у него не отображалось. Вот отображается теперь.
Вот сколько денег потратили, ничего себе. Будь здоров. Ух ты, 53. Ну вот энергия, конечно, восстанавливается медленно. Так, красивые мечи искать. Но по мне лучше добрый такой. Хотя, как вариант, если выполнять задания сюжетные, сейчас уровень точно будет. Можно выполнить и в гвинт поиграть. Без... Эхо прошлого. Хотя мы еще и лютика не нашли в этом виграде. Работы. Правду говорили предсказатели. А! Эх, опять дождь. Ну вчера мы наделали. Следите за собой. Thank you.
Для друзей у нас есть сердце, а для врагов... О, дождя-то кот наплакал. Прошу прощения. Не ищешь? Thank you.
хвали вечером. Я тоже Но маска Ураборуса — это не игрушка. Ты представляешь, к чему приведет ее использование? Нет, и ты тоже. Так что прекрати панику. Вас слышно на другом конце острова. И очень хорошо. Пусть весь Скеллиге узнает, что Йеннифер из Венгерберга — простая воровка. Возьми себя в руки, друид. Я ничего не украла. Я одолжила у тебя вещь и собираюсь ее вернуть. Какое великодушие! Беда в том, что маску можно использовать только один раз. Не говоря о том, что ты рискуешь похоронить нас заживо, нас и все острова. Похоронить? О чем ты? Она тебе не сказала? Этого следовало ожидать. Согласно легенде, Ураборос создал маску, когда ревнивое море поглотило его возлюбленную. Ураборос не мог смириться с тем, что не увидит своей избранницы, и выковал маску, которая позволяет заглянуть в прошлое. Однако он знал, что сможет использовать ее лишь раз, и ждал, когда тоска его станет невыносимой. Узнав о маске, море рассвирепело и поклялось, что любой, кто использует маску, навлечет на себя его гнев. Волны зальют сушу и утопят живущих. Откуда у тебя эта маска? Моряки из клана Димун выловили ее недалеко от бездны Ньорда. И почему ты так уверен, что она настоящая? Именно так ее описывают мифы. Ты так веришь мифам? Только невежды преуменьшают их значение. И речь не о мифах, а о краже. Тебя заботит кража, а нас — Цири. Для меня Цири тоже важна. Но когда я предлагал Йеннифер другие методы, она даже не слушала меня. Говорила, у нее нет времени, и результаты ей нужны немедленно. Она вечно носится, как ошпаренная. Это правда. Но теперь у нее, по крайней мере, есть причина. И поэтому она даже не задумывается о том, что может устроить... Что? Что это? Нет! Йеннифер использовала маску. Покажи, что умеешь.
это было? Единороги. Йен, чтоб тебя... Я понимаю, что это туманники. Только откуда они здесь взялись? Их притянула сила маски. И что теперь? Маска откроет прошлое, но только в определенных местах. Там, где событие оставило сильный магический след. Держи. Мне ее надеть? Да, а я наложу заклятие, которое позволит мне видеть твоими глазами. Ты собираешься читать мои мысли? Ты что-то имеешь против? Все равно ты постоянно этим занимаешься. Значит, ничего страшного, правда? Пойдем. Первое место я уже нашла. Пришли. Надень маску. Что мне делать? Не снимай маску, пока мы не увидим всего. И не отходи. Радиус телепатии весьма ограничен. Что это? Портал? Из него вышли двое. Женщина, это Цири. Откуда ты знаешь? Она двигалась, как ведьмак. Похоже, они пошли туда. Идем. Попробуем найти следующее место. Надень маску. Берегись! Что это было? Нечто вроде магического взрыва. Настолько сильного, что опасны были даже его отголоски. Думаю, он и уничтожил нас. Но с Цири и ее спутником ничего не случилось. Я видел, как они убегали. Сейчас узнаем, куда. Не нравится мне это место. Мне тоже. Если кто-то оказался здесь во время катаклизма, шансов, что он выбрался живым, немного. Но не беспокойся, Сири может о себе позаботиться. Ну как, готов? Используем. За Цири гнались, видишь? Кажется, он ранил ее. Но она сбежала. Снова через портал. Знаешь, куда? Магический след ведет в Велен. Ты сможешь понять, куда делся спутник Цири? Его портал должен быть рядом. Попробую его найти. Идем. Надень маску. Красивый бой. Один оттолкнул другого ударом мощной магии и бежал через портал. Чародей? Скорее всего. Это спутник Цири и тот, кто ее ранил. Откуда ты знаешь? Я предполагаю, оба были в предыдущих видениях. У Цири сильный союзник. Ты знаешь, куда бежал чародей, который был с Цири?
Его след тоже ведет в Велен. Но координаты выхода отличаются. Должно быть, взрыв сбил его телепортацию. Может, это стечение обстоятельств, но когда я был в Велене, я встретил Кейру Мец. Она говорила, что к ней заходил чародей, который искал Цири. Не удивлюсь, если это тот самый. Кем бы он ни был, история становится все интересней. Может, от того, в кого прилетело заклинание, что-то осталось? Распогодилось. Наверное, Машавур поработал. И теперь он снова придет нам мешать. Ну что, вы довольны собой? Вы посмотрите, что вы натворили! Если поиски Цири потребуют чьей-то смерти, вы и убивать начнете. Есть люди, ради которых я готов на все. А все остальные пускай горят синим пламенем. Прекрати истерику. Вот тебе твоя маска. Теперь она годится разве что на пепельницу. От нее больше не будет никакой пользы. Вы хоть что-нибудь узнали? О, да. Я разговариваю с Геральтом. С тобой я потом разберусь. Ну так что? Похоже, здесь было наложено мощное проклятие. Весьма правдоподобно, учитывая то, что стало с лесом. И кого прокляли? Мы пока не знаем, но Цири точно была здесь. Она вышла из портала, и с ней был маг. Их преследовали. Дело дошло до стычки. Цири была ранена, но бежала. Куда? В Велен, скорее всего. Чародей открыл ей портал, а потом расправился с нападавшим. И это все? Здесь может быть что-то интересное. Надо осмотреть еще один след. Он улетел куда-то туда. Под деревом что-то есть. Ты не могла бы... Сейчас. Оружия нет ни крови, ни зарубок. Спутник Цири его... Как вы это называете? Дезинтегрировал. Замечательные латы. Но я не узнаю мастера. Я не могу сказать даже, откуда они. Наверное, потому что они принадлежали всаднику Дикой Охоты. Что? Значит, это Дикая Охота. Как я и боялся. Сначала здесь, потом на Хиндарсфьяле... Что им нужно? Они ищут Цири. Но зачем? В жилах Цири течет старшая кровь. Ее род действительно идет от самой Лары Доран. И у женщин этой линии всегда были необычайные способности. Но неужели это настолько важно? Цири – исключение. Она путешествует в пространстве. Здесь и в иных мирах. Расстояние не преграда для нее. И поэтому Дикая Охота так хочет ее настичь. Значит, Дикая Охота появлялась на Хиндарсфьяле? Это было недели через две после того, как здесь, на Артскеллиге, случился катаклизм. Призраки напали на Лафотон в темноте. Во время снежной бури. А снежные бури для этого времени года явление само по себе странное. Люди говорили, что призрачные всадники врывались в хаты, убивали тех, кто пытался сопротивляться. Потом они умчались вглубь острова, и все слышали их жуткий смех. Кто-нибудь выжил? С десяток женщин и один старец. Следующая остановка — Хиндарсфьяль. Я буду ждать тебя на берегу у Лафотона. Увидимся на месте. Удачи. Дайте знать, если вдруг что-то найдете. Мы можем поговорить?
Мне интересно, что ты думаешь по поводу войны? Ну что же, я думаю, что Эмгэр выбрал для войны неудачный момент. По-моему, трудно было выбрать лучшее время. Север разбит и в смятении. Север слаб, это факт. Но до меня дошли слухи, что и в самой Империи дела идут неважно. Слишком много всего, чтобы начинать войну. Родовид — безумец. Способный безумец. Он такого шанса не упустит. Ты стал иерофантом? Мои поздравления. Благодарю. Круг друидов Скеллиги избрал меня уже несколько лет назад. Как раз когда разгорелись давние споры между кланами. Значит, занимаешься политикой? Почему нет? Друиды веками странствуют между кланами и сдерживают эту бесконечную грызню. Забота о равновесии заключается не только в том, чтобы контролировать численность форели в ручьях. По счастью, ярлы всегда ценили нас как советников. Ты случайно не играешь в Гвинт? Случайно играю. Первую колоду я получил еще, когда жил в Цинтре. А потом научил правилам Пол Скеллиги. А что, хочешь сыграть партийку? Да, сыграем.
Замечательно. Мои поздравления. У тебя хорошая колода, но ее можно усилить. Вот, возьми карту. Спасибо. Ты отличный игрок. Попробуй-ка сыграть страхом. Это я дал ему колоду, научил правилам игры, но ученик давно превзошел учителя. Еще есть Гремист. Вредный тип, но в таланте ему не откажешь. Приключения ищу? Нет. Мечи на спине тягать. Красивые мечи, но по мне лучше добрый топор. Святая Матерь. Фэн, это вот тебя Гремист в обучение? Я хотел поговорить. А что нового на Скеллиге? Последнее время у островов все больше кораблей с солнцем на парусах. Мы не взяли никого из их команды, но только глупец не понял бы, что они к чему-то готовятся. А скажи еще раз, куда отправилась Керис? На спикерок. Вбила себе в голову, что должна помочь Удальрику. В чем? Хотел бы я знать. Он отважный мужик. Кое-кто говорит, что он слишком горячий, но... Если уж Керис захотела славы, отправлялась бы лучше вместе с Хьялмаром. А так, никто не знает, что она надумала. Как там поход Хьялмара? Есть новости? Ха, что, за видки берут? Если так хочешь к нему присоединиться, может, еще не поздно. Пожалуй, я и правда съезжу на Ундрик. Ты поспрашивай в новом порту. Все из клана Тордорах, кто выжил, крутятся там. На великана они идти отказались, но поболтать всегда готовы. Ты, случайно, не играешь в Гвинт? Ха, Мышавур научил меня правилам и дал мне колоду. Хочешь сыграть? Давай по-быстрому.
А ты мастер. Знаешь что, у меня тут есть такая редкая карта. Возьми ее, она тебе больше пригодится. Спасибо. Пожалуй, тебе будет интересно сразиться с одним человеком в Каэртрольде. Он обычный портной, но противник достойный. Его зовут Сьюста. Интересно, такой ли ты крепкий, как выглядишь? Такими клиночками можно разве что в зубах ковырять. Вот, вот это да. Гвинблей. За тобой слежу. Привет. Море с утра спокойное, будто боги почтили смерть великого конунга. Ты портной? Портной. Надо думать, единственный на островах. С удовольствием взгляну на твои товары. И правильно. У меня чего попало, не увидишь. Ты случайно не играешь в гвинт? О, это моя великая страсть. Хочешь сыграть? Еще бы.
Поздравляю с выигрышем. Я научил тебя всему, что умею. Чего еще ты хочешь? У тебя есть что-нибудь на продажу? Есть, но я беру дорого. Ты часом не играешь в Гвинт? Если ты спрашиваешь, не хочу ли я сыграть с тобой, ответ простой – нет. Боишься проиграть? Понимаю. Отлично, доставай колоду. Если я проиграю, получишь лучшую мою карту.
победил. Пожалуй, ты готов бросить вызов Лугасу Безумному. Мне прямо интересно, согласится ли он сыграть с тобой на своего катакана. Погода, но ты даешь, но ты даешь. Куда прешь? Куда прешь? Шевелись, плотва. Дело. Так, ради интереса, почему тебя называют безумным? Вот поэтому. Два клана на одном острове. Непростое должно быть соседство. Сосед — это тот, кто живет рядом с тобой, а не тот, кто занял половину твоего дома. Анкрайты захватили наши земли. Во времена Харальда Хромого, 300 лет тому назад. Что не оправдывает беззакония. Я еще выгоню краха Сартскеллига. Ты случайно не играешь в гвинт? А чайки случайно не срут со скал? Доставай колоду. Скучно сегодня, будем играть на моего катакана. Ну покажи, что ты умеешь. Thank you.
двинул бы я тебе между глаз. Только ведь потом начнут говорить, мол, Логос безумный. Бери катаканы и уматывай. Свежее мясо! Мы только в порт пришли, а ты снова нудишь. Приключения ищешь? Куда? Зайдем, бабка.